Друзья, всех поздравляю со старым Новым годом. И как обычно на этот праздник я стараюсь приготовить что-нибудь к праздничному столу. Сегодня это будет карп. Я его уже разделал, снял эти чешуйки, посолил, помыл. Ну, то есть сразу помыл, потом посолил и засыпал это все картошкой. Он такой жирный, карпец. Но жиру маловато будет. Потом берем кусок сала с мясом. Сейчас я его буду нарезать и все туда отправлять. Рецепт такой довольно сытный. Но он мне нравится. Кусочки делаем средние. Примерно вот такие. И закладываем к нашему карпу. Потом не забудем это все подперчить. Ну, рыбу не нужно. А вот мясо с салом желательно. Осталось найти подходящие приправы. Ну, котлеты. В принципе, если ничего нет, это пойдет для котлет. Паприка. Давайте возьмем для котлет. Нам нужно именно для мяса с салом, для свинины. Ух ты! Богатому насыпал. Так. Ну, нормально. Нормально. Можно еще немного добавить ароматики. Это нежелательно, но для картофанчика можно чуть-чуть. Так как мы бульбаши, любим картошку, поэтому так будет нормально. Включаем духовку. Ну, градусов 200, примерно так. Ух ты, тяжелая порция довольно-таки получилась. И ставим духовку, ну, на часа полтора. А там посмотрим. Шло у нас примерно полтора часа. Ну, может быть, чуть больше. Температура была сразу 200 градусов. Потом я добавил до 220. Показалось маловато. Кипит оно здоровско. Ну и объем был не маленький, конечно. Я думаю, уже пора. Хотя, я вам скажу, картошка сверху еще сыроватая. Нет, это просто корочка. Сверху она запеклась. Надо было хоть изредка поворочить. Ну, нормально. Ну, зато рыбка четко протыкается на ура. Еще на минут 10-15 пускай потомится, дабы не лохануться. Все, готово. 100% готово. Какой запах идет. И салка с мяском упеклося добро. И лук. Кстати, лук я не показывал, я потом его добавил. Я и забыл про него. Но лук сюда добавить обязательно нужно. Поэтому все четко. Картошечка вся уготовилась. Класс. Можно отмечать Новый год. Старый Новый год. Друзья, всех с Новым годом, со старым Новым годом. Поздравляю. Всем добра, удачи и всего самого наилучшего. Вася, как ты, нормально? Нормально.